Итак, следующий изи-микс с алоэ будет более освежающий вариант. Мы его будем готовить на основе текилы, лайма и мяты. Ну что, погнали? Нам потребуется с вами хайбл, сок лайма. Прям половинку. Возьмем примерно вот столько вот мяты. Нам необходимо отделить мяту от стеблей. Ни в коем случае мы не будем ее давить мандлером, а мы будем ее схлопывать для того, чтобы высвободить эфирное масло из трихом, которое пока что находится в заключении. Итак, уберем в ладонь и схлопываем. 30 миллилитров текила. И наливаем что? Правильно, алоэ. Изи вообще, мне кажется, вариация на мохито. Здесь чуть придется постараться, чтобы мяту со дна поднять. И украсим здесь еще, так вот, макушка мяты. Чуть-чуть разбудим ее и опустим в бокал. Вот. Ну что, осталось только дело за малым, попробовать. Пахнет мятой. Да, очень прикольная горечь появилась у коктейля за счет агавовых спиртов, текилы и мяты. Вот, ребята, наслаждаемся. Прям супер летний вариант получился с алоэ.